Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. Michael Bell scores the contest 48-47, Whaley. Doug Crosby scores it 48-47, Nava Yunus. And Eric Cohen scores the contest 49-46 for the winner by split decision. And UFC Flyweight Champion of the World, Thug Rose Namajunas. Итак, я с победительницей, по-прежнему чемпионкой, бандиткой Роуз. Роуз, это был совершенно другой бой. О да, да, это был другой бой. Он был жестким, тяжелым, но ты нашла аспект, в котором смогла доминировать, и это на земле. Когда начали зачитывать результаты, объявили раздельное решение, была ли ты обеспокоена? Да нет, я была достаточно уверена, что одержала победу. Первые пара раундов были близкими, и я не знала, кому их отдали, но я просто была в моменте, я даже не думала о результате, просто выкладывалась. После того, как ты нокаутировала ее в первом раунде первого поединка, с какими чувствами ты выходила на второй раунд? Была ли ты обеспокоена тем, чтобы не быть слишком самоуверенной? Готовилась ли ты к такой тяжелой войне? У меня было предчувствие, что это будет намного более тяжелый бой. И она стала намного лучше, так что отдаю ей должное, и я теперь знаю, что нужно подтянуть. Какие у тебя мысли сейчас насчет защиты титула, насчет того, что будет дальше? Какие у меня мысли? Ну, я хочу строить академии. Так что, да, но я достаточно здорова вроде, так что, возможно, скоро вернусь в дело. Посмотрим. Ну что ж, поздравляем. Потрясающий бой. And still, леди и джентльмены, Роуз Намаюнас. Итак, я с Жанг Вэйли. Еще раз, это был невероятный бой. И повторюсь, он очень сильно отличался от вашего первого боя. Какие у тебя были мысли после поединка? Думала ли ты, что сделала достаточно, чтобы одержать победу? Ну, я могу сказать, что я выложилась на все 100%, так что могу только поздравить Роуз с этой победой. И я очень благодарна и признательна тому, что у меня был шанс показать свои навыки на этой легендарной арене, Madison Square Garden. Ну, это был потрясающий бой. Уверен, мы тебя еще увидим лучше, чем когда-либо. Спасибо тебе за этот невероятный поединок. Да, и хочу сказать отдельное спасибо всем болельщикам из Китая, которые прилетели специально, чтобы поддержать меня. Я знаю, что вас тут немало, так что спасибо вам. Спасибо за великолепный бой. И напоследок я хочу сказать, что я хочу, чтобы люди видели, как я падаю и поднимаюсь, потому что я хочу вдохновлять всех людей, которые падают, которые сталкиваются с трудностями. Хочу показывать им на своем примере, что все можно преодолеть. Я хочу извиниться перед своими фанатами, что мне не удалось одержать победу в этот раз, но знайте, что я никогда не сдамся. Жанг Вэйли, леди и джентльмены, спасибо большое!